А тепер пригадайте, як ще кілька місяців тому російські пропагандисти от один поперед одного розповідали, що значить весь світ втомився підтримувати Україну. Пам'ятаєте? Вони тоді казали, що нас просто кинули на призволяще, бо, знову ж таки, втомилися. А тепер подивіться, що заспівали. Останні сутки всі обговорюють, что США в открытую признают, что они секретным образом поставляют дальнобойные ракеты Киеву. И более того, появляется информация, что дальнобойные ракеты уже применялись против российской территории. Как вы это можете прокомментировать? Ну, во-первых, это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины. Второе, это есть здесь очень интересный аспект этой ситуации. Ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу. Соответственно, я бы не исключил тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки. И, наверное, наверняка какие-то конгрессмены обратят на это внимание и зададутся вопросом, а все ли было сделано законом. Хоча, звісно, що ще міг сказати Пісков? Рупори Кремля тільки й те роблять зараз, що намагаються переконати росіян, що передача американських балістичних ракет «Атакамс» не змінить результату війни, а тільки завдасть більше проблем самій Україні. Але чомусь старшокласників на болотах почали готувати до мобілізації. Як вам? Хочу сказати, що вот це воспитання в нашому обществі, я скажу, есть нормальные семьи, есть нормальные люди. И в основном общество наше, оно понимает, что в стране сегодня тяжело. Мы стоим на пороге. Победим, не победим. Все мы это понимаем. И, конечно же, скорее всего, будет еще призыв. Ну, не на службу, а мобилизация, скорее всего. Не буду вам долго читать эти морали. Вы знаете, вы телевизор все видите, смотрите, да. Американцы снова выделяют им большую сумму денег. Выделяют много оружия, много всего, то есть этими силами мы, конечно, не обойдемся, скорее всего. Дай бог, конечно, что провели мирные переговоры, возможно, такая есть возможность, и если это состоится, может, наконец-то это закончится и слово. Да, надо понимать, что сегодня там гибнут наши ребята, гибнут, поэтому посылаем на войну, не просто так, но я еще уверен в том, что Саша... сразу не попадет туда, потому что он все-таки ему 19 лет, да, 18, да. Я не думаю, что его на передовую сразу отправят, такого не должно быть и не будет. Может, он попадет где-то в Крым, но мы будем стараться разговаривать там с руководством, чтобы не попало сразу в боевые действия. Бо и вони, тобто росіяни, и мы с вами знаємо, что західна зброя таки змінить ситуацію на полі бою. І не на користь московитів. Скажіть, тобто напишіть у коментарях. Бо Пісков також заявив, що передача цих ракет лише демонструє пряму залученість Сполучених Штатів Америки до цієї війни. За його словами, Вашингтон тепер буде за це відповідати. Вони продовжують підливати масло в вогонь. Вони не зможуть нічого змінити з точки зору ісходу спеціальної воєнної операції. Ісход предрешен. І нинішня динаміка положення діл на фронтах це демонструє. Ми побідемо. Но с такими вооружениями Украине станет больнее в итоге. И в Украине будет больше жертв, в Украине будет больше разрушений. Потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться, как угодно ее называть, это санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, нашим гражданам. Вот, поэтому США продолжают подливать масло в огонь. Возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлеченность в этот конфликт. Тим часом сам бункерний диявол заявив, що попри те, що у Збройних сил України з'явиться багато західної зброї, росіяни таки не поступляться. І навіть наведуть такий порядок в Україні. Ми, в свою чергу, всі повинні поблагодарити жителів Донбасу, Новоросії за їх мужество, довготерпіння і героїзм. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно.
І ось тут я пригадала депутата Санкт-Петербургу Мілонова, який, пам'ятаєте, кричав «Путін пройде, порядок наведе». Цей вислів, до речі, потім ж підхопили і росіяни, які часто так кажуть. Тільки от щось скрізь, де з'являється слід Путіна, залишається тільки руїна та зруйноване життя. Та й на болотах порядку-то немає.